Привет, друзья! С вами Илья Журавлев. Хочу пригласить вас на свой йога-семинар «Сангам» в Казани 14-15 декабря. «Сангам» на санскрите означает «слияние рек». Это символическое название семинара, потому что в своей преподавательской практике я сочетаю несколько традиционных индийских школ – Шивананда-йогу, школу Тхирендра-брахмачари, Виньяса Крама Йогу Шри Тирумалая Кришнамачари. Во всех этих школах мне довелось обучаться у индийских мастеров, прямых носителей традиции. Поэтому семинар я веду в русле пурна-йоги, то есть полный или целостный. Значит, мы практикуем и асаны, и пранаямы, и медитативные практики, дхараны, беседуем о философии йоги. И помимо этого я провожу форму современной раджа-йоги, как я ее называю, это трансовые погружения. В том числе мы выполним интереснейшее и глубокое погружение, регрессию в прошлой жизни, которая, кстати, упомянута в йога-сутрах Патанджали, и об этом я расскажу. До встречи в Казани!